Всем привет! Мы вышли из дома. Сейчас поедем покатаемся, в общем, погуляем. Пойдем в магазин потом. Машин полно, такое ощущение, как будто лето. Еле выехали там. Когда между домами едешь, то машины стоят по обочинам, едут. Там даже места нету, две стороны разъехаться. Вот, и в общем, такое ощущение, как будто лето. И все тут тусуются. Погодка хорошая, 20 градусов. Ну, ветерок, поэтому мы одели ветровки. Но вот кто-то вообще без футболки на велосипеде. Без футболки? Мужик был без футболки же. Нет? Да. Прикольно. Вот. Ну, а мы поедем покатаемся. Ну что, узнаете? Вот он, Олимпийский проспект, парк. Смотрите, какие облака над горами. Очень красиво. Какая-то стройка. Что тут строят? Ну что, друзья, гуляем мы по Олимпийскому парку. Пока еще не по парку. Ох, около парка, да? Олимпийский проспект. Поставили машинку на парковку. Сейчас я покажу, как тут все. Так вот все тут оборудовано. Так, а мы же не хотим взять самокат на прокат. Только я когда ехал, видел много, а сейчас ничего-то нет вообще. Странно, да, Жень? Где самокаты? Вон какой-то велик стоит, я вижу. Не хочешь велик? Велик снимать. Ну да. На самокате тоже взять. Катя, ты можешь остановиться и поснимать. С великом автор два снимать. Ну, конечно, придется. Так, ну что, видели, как мы катались? Это был электрический тук-тук. Нашли, шли вдоль проспекта. Подъехал мужичок. Кричит нам: эй, мальчишки, девчонки, давайте я вас прокачу. Да, за 150 рублей каждого. 150 рублей, это каждого. Мы торговались за 100. Тут он ехал, наверное, меньше километра. Да. Метр, может, 700 он проехал. Конечно. Короче, по 100 рублей отдали ему с каждого. Смотрите, как уже радок. Самокаты мы не стали брать. В общем, там, объясни. Самокаты. Мы хотели взять самокат. Да, во-первых, там два разных самоката. Надо было закачивать два приложения разных. Вот. Во-вторых, у Сережи приложение там, ну, просто как-то он закачал, все нормально, можно было ехать. А мне было какую-то карту привязать.
А у меня она в телефоне-то есть, а как я ее привяжу? Угу. Мне нужно там все эти данные вводить. Ну, в общем, это какой-то гемор. В общем, одно приложение получилось нормальное, а второе другое, какое-то другое. И оно двух разных фирм. Дурацкое. И поэтому на одном самокате там не поедем, а тут как раз ехал тук-тук. Ну, все отменили, да и все. Да. Так, ну что, вот это кафе. Пицца-паста-бар. Это крутячий колесо обозрения. Так, сейчас пройдемся. Ребят, мы шпорим на яхте, джипом, гладите, почитайте. Понравится, позвоните. Давай. Не понравится, не позвоните. Как всегда, мы только... Да, ребят, поедем на экскурсию по Ленинскому парку, пожалуйста. Ездили уже, спасибо большое. Прокатиться гости на электромобиле приглашаю. Выбираем Женей кепку. Даже не боится, что у нее головка напечет солнышко. Такие модные кипоньки здесь, я вам покажу. Я большеватый как тебе, на твою голову. Вон такую военную возьми. Есть просто вот такие, ну, затягиваются. А, ну, совсем простоватый как-то. Вы тут? Да. Здравствуйте. Хорошо, что вы здесь. Убираем, смотрим, никого нету. Думаем, у кого? Так, ну что? Вон. Черный какой-то. Нет, ну вот черный. Эту возьми. На свой девайс. Я тебе говорю, это классные будут. Они очки кепки. Вот это очки кепки. Знаешь, очки, кепка вообще классная. Вот, так кепка. А, сзади как очки. Так, нет. А так очки, да? Вот. Очки. Ничего себе. Что только не придумает. Ты его смотри, Жень, есть тик-ток только белый. Белый, что это маленький. А тебе и нужно маленький, у тебя голова маленькая. Только померяй, кто это вот. Вон народ орёт. Конечно, удобнее будет. Не хочешь, Жень? Рискнуть? Нет, боишься? Возраст уже вообще полный нельзя. Ну, не то, что я возраст, а так вообще. Плохо станет. Ты думаешь? Не знаю. Может, все что угодно быть. Даже я не уверен, станет тебе плохо. Угу. Ожидаешь одно, а потом это может быть. Ну, что тут смотреть-то так. Пойдем в кафе, короче. Я хочу кофейку попить, и может, что-то перекусим даже. Thank you.
что ты же не пьешь? Мохито. Мохито необычный. Как-то. Какой надо мохито? Да. А у меня, как обычно, латте. Он такой немножко вкусный, но холодный. Но он теплый. Я люблю более такой, чтобы был. Или чтобы было более горячее. О, сейчас еще выкладываю в Инстаграм. Это красное. Короче говоря, оплачиваем чаевые карты. Это электронно можно чаевые оплачивать. Так, ну что, гуляем дальше. Такие тут горки есть. Такие. Кто посмелее, кто в памперсе. А то не в памперсе, то вот. Детские, ну тоже как бы. А бывает что-то подобное, такое, что катались, даже, по-моему, в Одессе. Помнишь? Рушеринг. Если хочет покататься на рушеринге. Смотри, как сделана газировка. Прикольно, да? Все оформили, все красиво стоит. Прикольно. Пойдем. Так. Здесь тоже по 100. Хотя я не заморачиваюсь, все по 100. Все по 100. Любую газировку берите. Внизу. Все по 100. А здесь? Здесь разные. Здесь разные, да? 80 есть шоколадки, чипсики по 100. О, даже кофе есть. Знаете, шоколадки такое. Елка красивая. И что это такое? Так, сытый мишка. Что это такое? Семейное кафе. А мне надо. Мы уже сытые мишки. Сытые мишки, да, мы сытые мишки. Наелись. Елис. Теперь ходим. Погода, конечно, вообще классная. Картинг? Картинг, картинг, да. Хочешь на картинге показаться? Детский картинг. Для детишек маленьких. И трибуны есть. Сидят, болеют. Давай, подожми, сыночек. Будешь первым. Тут
Если здесь по-другому оформлено, видишь, как сделано. Это тоже прикольно, да? Да.